вами фанатка Ли Минхо, и сегодня в этом видео ты узнаешь о Минхо, что с ним случилось за декабрь месяц. То есть это такое новое шоу, где я буду рассказывать в каждом месяц, что, где, на каких мероприятиях был Минхошечка наш, на каких концертах, что было с ним, какие происшествия, все такое. Ну что, давай начнем. Файтинг! Но перед началом эти фотки для тех, кто любит разглядывать ручонки Минхоши. На этих фото Минхо перед пресс-конференцией фильма «Канам 1970», которая состоялась 12 декабря. А вот и сама пресс-конференция. Обнимашки! Ох, ну да, как же без этого? Он с этим еще кажется милее. Ли Минхо будет представлять бренд Samsonite. На пресс-конференции Ли Минхо сказал: «Я хотел ходить в школу боевых искусств, но у меня не получилось из-за плотного графика, поэтому мне пришлось везде с собой брать тренера». Во время съемок Минхо повредил ноготь на ноге. Он сказал: «Я всегда получал травмы во время съемок. В этот раз я зацепил ноготь на ноге, когда делал разворот, и он отлетел. Мне пришлось прерваться, чтобы сделать укол обезболивающего. Прошло 3 дня, прежде чем я вернулся к съемкам». Минхоша, будь аккуратен. Поехали дальше. Фото с официального сайта фан-клуба Ли Минхо и Lotte de Day Free. Обожаю фотки, где он с цветочками, потому что он сам как цветочек. 16 декабря в Пусане прошла автограф-сессия, устроенная Джеджи Айер. Автограф Ли Минхо получен на автограф-сессии в Джаджи. На мероприятии Джаджи Айер Ли Минхо подарок от поклонников получил Honey Butter Chips. Чипсы со вкусом французского масла и меда. Своеобразно, но, как утверждают источники, Ли Минхо любит их есть. К тому же, сей продукт довольно популярный в Южной Корее. Ли Минхо на вип-премьере фильма «Специалисты». Предположительно, он пришел поддержать Киму Бина. А это обклеивает автобус для тура. LG новогоднее настроение, хотя это видео уже в новом году. Промо-ролик Фала. Красавчик, какой же он красивый, боже. Ой, ой, какой нём. Ли Минхо представляет сумки Samsonite Red. А, да, Ли Минхо стал лицом бренда Samsonite Red. Бренд начал свое существование в 2010 году, а теперь Samsonite Red будет работать с Ли Минхо, который является одним из самых горячих звезд мужчин Кореи и по всей Азии. Ли Минхо примет участие в запуске различных маркетинговых мероприятий, в том числе телевизионных рекламах, роликов и фотосетов. Начиная уже с января следующего года, то есть уже с 15 года, Ким Хи Джун, маркетинговый директор Samsonite Red, заявил: «Мы решили, что модный городской стиль прекрасно подходит Ли Минхо, поэтому и выбрали его в качестве модели. Мы ожидаем, что Samsonite Red вместе с Ли Минхо принесут что-то новое в городской стиль». Ли Минхо подтвердит свое участие в крупнейшем в Китае телевизионной программе накануне Нового года на канале PPTV Кюянан. Репетиция Ли Минхо. Двенадцатисекундный ролик с рождественским поздравлением Ли Минхо от Taobao и рождественское поздравление Ли Минхо от Fiao. Ли Минхо в аэропорту Инчхон перед вылетом в Бакагон, Таиланд, где 27-го пройдет концерт. Фото из аэропорта Суварнабхуми. Ли Минхо благополучно добрался в Бакагон, Таиланд.
Отличный фан-арт от аргентинского фан-клуба по мотивам Вилли Вонка и шоколадная фабрика. Минос Вонка, Ли Мин Хо и шоколадная фабрика. Ли Мин Хо, фото с пресс-конференции. Продажа официального товара перед концертом Ли Мин Хо в Багахонне в рамках тура «Ле Мино». Я тоже такое хочу! Хочу хоть одну штучку купить! Ну вот и концерт. Фото и фанкамы. Ли Мин Хо покидает Таиланд и отправляется в Шанхай, Китай. Фото Ли Мин Хо и репетиция для новогоднего шоу Dragon TV 2015 в Шанхае. Мне очень нравится, когда он изображает Ким Тана. Смотрите, какой милый! О боже, не могу! Чудо просто! И вот 31 декабря Мин Хо на новогоднем концерте Dragon TV. Ли Мин Хо сказал, что первое впечатление от Эмбер. У него была она крохотная и милая, словно птичка. Однако позднее он понял, что она весьма профессиональна. Эмбер Куо на своем аккаунте в ВБ написала: «Ваш опа очень милый. После того, как я одолжила его на одну песню, я поняла, что его смех очень очаровательный». Ли Мин Хо и Эмбер Куо исполняли популярную китайскую песню «Marry Me Today». Мин Хо начнет петь на корейском, а Эмбер продолжит на китайском. Ли Мин Хо сказал, что из-за того, что им с Эмбер пришлось смотреть друг друга в глаза, он чувствовал трепет в сердце. В то время, как Эмбер говорит, что чувствует себя рядом с Ли Мин Хо, словно бабушка. Однако поклонникам не придется волноваться, Эмбер давно счастлива с Тони Янгом. 31 декабря Ли Мин Хо вступил на новогодний концерт в Китае. Рейтинг этого концерта был самым высоким. Каждый год Ли Мин Хо поразил зрителей новой аранжировкой его неизданной песни «Will You Be Me Last Love». Источники из Dragon TV заявили, после появления Ли Мин Хо зрительский рейтинг поднялся примерно на 1,7%, а из всех отчетных концертов Китае мы зафиксировали самый высокий рейтинг. Это не первое появление Ли Мин Хо на новогодних концертах в Китае. В прошлом году он появлялся на передаче канала CCTV, у которого также был высокий зрительский рейтинг. Да, наш оба популярны. Я так его обожаю, вообще, всем сердцем люблю его. А теперь посмотрим милые фотки с новогоднего вечера Dragon TV. Вот и все, надеюсь, вам понравилось. Не забудь подписаться, чтобы не пропустить новое видео. Спасибо, что вы смотрите меня. Очень благодарна за каждый ваш комментарий. Очень-очень рад. Саранео! Если тебе понравилось это видео, поставь лайк. Если хочешь не пропустить новое видео Ли Мин Хо, тогда подпишись и поделись этим видео с друзьями. А также вступай в нашу группу ВКонтакте. Буду вас там ждать. Пока!